Когда мне холодно и нет вокруг огня, и у костра совсем нет места для меня, дай встретить мне, Господь, не тех, кто даст тепло. Пошли навстречу те, согрею я кого. Открой глаза мои, чтоб видеть и тогда не человека, но дай видеть мне тебя. Когда я голоден и в жажде и слемок, я не о сытости молюсь тебе, мой Бог. Мне покажи тогда того, кто хочет пить. Мне покажи, кого бы смог я накормить. Открой глаза мои, чтоб видеть и тогда не человека, но дай видеть мне тебя. А если скудости наступит вдруг пора, не дай тебя забыть, Господь, мне и тогда подать просящему, томимому нуждой. Ведь это ты в лице его передо мной. А когда крест мой станет слишком уж тяжел, не станет те, кто в жизни рядом бы пошел, ты сам утешь, ты мою душу поддержи и покажи, кто так нуждается в любви. Когда забуду на Голгофу я взглянуть, ты сам напомни до Голгофы мне свой путь, мой добрый пастырь, мой спаситель Иисус. Мольбу сердечную услышь, тебе молюсь. Мольбу сердечную услышь, тебе молюсь.